Так, смотри, значит, у нас есть мертвые зоны. Вот типа таких, я так понял. Видишь, тут лежит село. Давай проверяем. Подходим. А, и ничего не происходит, в принципе. А, ну так прям надо в упор именно подойти. Хорошо, хорошо, пусть будет так. Что там по поводу домов-то? Вот там тоже я смотрю. Покойник лежит. Да хорошо, вопрос. А как мне найти-то шар? Может, мне сюда вообще нужно пройти? Тут тоже мертвая зона. Ладно, я ее обхожу. В дома заходить нельзя. Мертвые зоны, говорит, обходи. Не ори. Вот я записываю сегодня видосы весь день, он весь день орет. Покой не дает. Ну, смотри, допустим, если я в этот сарай зайду, я же не умру. Да это банька. Ох, давно не был в баньке. Хотелось бы, хотелось, конечно. Ну ладно, идем дальше. Вот еще мертвая зона. Ну, в принципе, да, их видно прекрасно. Однако же я думаю, что все-таки надо на крышу подняться каким-то образом. Воу, что там в крови все? Ну там были зомбари. Вот тут, смотри, прямо на входе покойник. То есть я не пройду никак. В окно. Да вот тихо тебе. Бей, блин, врага. Там есть, по-моему, спуск в подвал. А ну-ка, смотри, я вообще могу аккуратно в дом зайти? Это что такое? Это разложившееся тело. Как будто рыба большая. Но по факту это вроде как не рыба. Так, там мертвая зона. Здесь ящик с патронами. Вот он, видишь, дырка в полу. Скорее всего, туда и нужно. Ну давай, а ну-ка. Все, упал вниз, и тут какой-то подземный ход. Зря сохранился. А вдруг отсюда не выбраться? Опять с автосейва переигрывается, представляешь? Не, у меня все. Я, наверное, больше туда не буду записывать, если опять с автосейва. Так, там тоже мертвая зона впереди, тут не пройти никак. А, нет. А! И чё? Он после первого выстрела исчезает, но я не знаю, наверное, надо его все-таки мочить. Оно ж таки идет меня уничтожать, верно? А, вот он ртутный шар, да? Ну тут, в принципе, жарки. Что мне эти жарки, я их не боюсь, правильно? Там у нас что лежит? А ничего, там какая-то просто консерва завтрак туриста. Ну и сам ртутный шар. Подбираем, вернуться к Воланду. Знать бы еще каким образом. Найдем, не переживай. Стоп, а где шар? А, он почему-то в слот стал. Здоровье 400%, радиация минус 30. Состоит из жидкого металла аномального происхождения. Образуется после мощного выброса. Имеет третью, высшую степень аномальной совместимости. Генерируется аномалией жарко. В редких случаях порождают вокруг себя мертвые зоны. Используется для лечения некоторых видов болезней. Вот так вот. Ладно, тут был какой-то еще проход в эту сторону. Там тоже что-то, но я надеюсь, это жарко. Да, это жарко. Тут соленья. Вообще такой неплохой погреб, да? У людей, которые здесь жили. А вот и выход. Но давайте все-таки пройдем сюда. А вон там ящик, он случайно не обыскивается. Обыскивается. Смотри, что-то. Разрабы, большое спасибо еще раз вам, если вы смотрите это видео. За то, что вы понаделали нычек. Я вас за это очень уважаю. Так. Ну что тут? Какие-то. Я не знаю, зачем, правда, части тел. Можно найти физический урон, но это понятно. Но зато вот такое было чудо. Мне очень надо. Теперь у меня разрыв дополнительно. Хороший. Так, ну и все. Мертвые зоны никуда не пропали. Но с другой стороны, я и думаю, что в домах-то в принципе нечего искать. Не, ну может, тут где-то что-то спрятано. Какой-нибудь автомат, дробовик. Знаю разработчиков наверняка. Жаль, что когда я поднял шар, оно все не исчезло к чертям. Вот тут за трубами, например. Пожалуйста, что. Вот везде что-то есть. Везде что-то постарались, спрятали. То есть видно, что как-то постарались наполнить карту хоть чем-то, да? Чтобы ты ходил, обыскивал, находил, испытывал сталкерское удовольствие. Опять я слышу голоса, уходи. О, кит, ты маму мав? Что тут? Оп, опять этот. Я не знаю, что с ним делать. Мертвый сталкер и вот это чудо, которое меня не трогает. Если я по нему стреляю, оно сразу же исчезает. Не знаю. Может, тут где-то есть могила, которую надо успокоить, чтобы они перестали. И какие-то документы. Дневник. Ящики не обыскиваются. Подбираем дневник. Что там? Последние записи. Странная эта деревня. Подобные фантомы я где-то уже видел. На этих землях грань между ноосферой, вселенной образов и мыслей, имеет наименьшую толщину. Кажется, именно заброшенный институт с этим как-то связан. Надо двигаться отсюда. Фантомы могут прийти. Так, это намек на то, что фантомы могут и неприятности доставить. Ну, не знаю, он, конечно, ко мне шел один раз, но так из них меня никто ни разу и не ударил. Думаете, есть смысл остальные деревни обыскивать? О, теперь оттуда шепот откуда. А возможно, мне за этим вот чучелом надо следовать. Давай как-то аккуратно пройдем сюда. В принципе, вот откуда он оттуда говорит? Или может быть это от мертвых зон такой идет? Шепот. Не знаю, не знаю, ребят. Дальше что? Опа, еще скелет. Опа, здрасте, вы кто? Неизвестный. Думаю, надо двигать на ней север. Там аномалий меньше. А ты как думаешь, Алексей? О, это что был за флешбэк такой? Надо двигать на НИИ севера? Что он сказал? Север, вот север. НИИ, на НИИ севера. Может быть, он все-таки это имел в виду? Заброшенный НИИ. Север это тут. Слушай, смотри, наполнили. Смотри-ка. А ведь я мог отсюда уйти, в принципе, уже давно-давно. Так, дальше что? В той стороне ничего. Вот тут какая-то маленькая, что это, сарай? Опа, а почему тут полка сверху? Контакты. А, там покойник, кстати, за деревней. Подожди, давай пойдем посмотрим. Или я там уже был? Нет, там не было. Это угол карты, по сути. Тут покойник какой-то. Мало ли кто это, пойдем взглянем. Это военный. А, это свободовец? Петя Ёж. Опытный свобода. Брат, ты что здесь забыл? Очень странно. Мне кажется, свободовцы тут просто так бы не тусовались. Явно неспроста тут этого покойничка добавили. Это кто? О, а теперь он тут стоит. Не, ну с другой вопрос, что мне свою-то и не нужно. Она меня лишний раз нагружает, так что. Все-таки я думаю, это надо выкинуть. Плюс консервы лишние. Все-таки не хочу я бегать там и еле-еле дышать, сами понимаете. Так, а это чучело куда делось только что? Вот он стоит. А он застрял, что ли? Уходи, уходи. Ясно, тут аномалия вот эта вот поганая. Я уже где-то с ней сталкивался, но я забыл где. А, вот это уже не умирает. Не исчезает. Это такой невидимый, но он, возможно, даже бессмертный.
Поэтому не трогаем его. Так, тут был. Я, в принципе, уже везде был. В том доме был, в этом был. В этом был, вон в том нашел артефакт. Тут был. Но тут тоже был. Это самое начало деревни. В разрушенном не был. Ну, то есть, в принципе, я везде был. В разрушенном я не думаю, что что-то будет. Но до свидания. Ух ты, сколько их много прозрачных. Я думаю, может быть, стоит сходить на эту маленькую фабрику. Вероятно, там что-то будет. Собака, например. Слышу, как она рычит. Что же тут свободу сделал? А, так это место СОС. Все, все, я вспомнил. Тут мне подавал СОС сигнал. Тот сталкер. А если я еще раз сюда приду? Может, тут все-таки что-то лежало? Я же сюда переместился, так и не смог ничего обыскать. Здесь бинокль лежит. Я его не буду подбирать, уж извините. Зачем он тут? Может, как-то сверху ничего не вижу. Да не, в принципе, тут ничего нет. Хотя можно было положить, потому что, опять-таки, далеко не каждый игрок вернется сюда. Вот тут, например, рюкзачок какой-нибудь с чем-нибудь интересным. Не каждый сюда придет. А вот кто придет, там подарочек небольшой. А может, бинокль какой-то особенный? Что он тут лежит-то? Армейский бинокль. Да нет, ничем не отличается от моего, поэтому пусть лежит тут дальше. Вот в этой комнате что? Да ничего, в принципе. Какие-то датчики. Ну все, пойдем отсюда. А именно, направляемся к Воланду обратно, отдать артефакт. Так, а что там за арт? А, так это, который я не подобрал, когда переигрывал с автосейва. Не, ну обидно, представляете? Сохраниться в аномалии. Это прям душераздирающая боль. Но сейчас все хорошо, давай на всякий случай отдельное сохранение сделаем. Я думаю, почаще надо такое делать. Кстати, я не стал забирать на этот раз костюм Монолита сверху. Но самое главное, что вам показал. Ой, ему совсем уже плохо лежит. Снимаем, чтобы не пикало. Черт, до тебя я погляжу совсем хреново. Да, плохо мне. Ты перенес ртутный шар. Да, вот, держи. Фух, спасибо, сталкер. Думал, уже все, забрала меня зона. Сейчас уже даже легче немного стало. Хотя до полного выздоровления еще очень далеко. Отлично. Теперь я жду твою часть уговора. Да, точно. Тропа на территорию научно-исследовательского института. Их у меня есть две, так что обе кину тебе на ПДА и всю информацию о них. Правда, советую идти тебе по южной тропе, ибо ходил я не так давно по северной, и что-то там нечисто. Будь на территории и в самом институте максимально осторожен, Резон. Аномалий там даже больше, чем на здешних местах, а монстры снуют тут и там. Логово кровососов даже где-то там есть. Еще и по ночам там бродят какие-то сатанисты или сектанты, хрен их разберешь. Туда и обычные сталкеры ходили, еще даже до меня все накрылись. На моей памяти без проблем туда ходила только группа каких-то сталкеров-мародеров. Искали в институте всякий хлам и таскали его на большую землю. Еще и с сектантами этими дела имели. Темные парни. В общем, не знаю, что тебе там надо. Но удачи. Спасибо еще раз. И тебе спасибо за информацию. Желаю скорейшего выздоровления. Бывай. Вот так вот. Решили мы проблему Воланда. Но дверь бы ты, конечно, починил лучше. Вот мало ли какая тварь к тебе забежит. Хоть у тебя и аномалия рядом, но все же. Все, никаких диалогов, ничего. Я получил тропу. Две тропы. По какой мне посоветовал идти? По южной. То есть по нижней, да? Ну, то есть да. Как раз я сразу выйду в нужное место. А что, если я пойду по северной? Но я все-таки поступлю, наверное, как он советует. И плюс ко всему, мне, конечно, нужны очень патроны разные. Я думаю, что там химера будет. Я уже сталкивался с химерой, на нее нужно очень много вливать урона. Ладно, идем на этот переход. Обратно одеваем приборчик, чтобы не попасть в просак. Ну и все, переход. Там какой-то автобус. А я наконец-то иду на третью локацию. Опа! Ух ты, тут даже какое-то желтое свечение. Человечишка, помнишь, я говорю, что мы тебе поможем? У нас кое-что для тебя есть. Мы будем ночью на холме у старого дуба. Азазель. Это где? Отметка есть. Хорошо. До ночи можно и промотать, в принципе. Но я даже не знаю, что сделать раньше. Обследовать заброшенное АТП или поговорить с сектантами. Думаю, что с сектантами. Разберемся. В общем, все-таки я хочу дождаться ночи. Не зря этот квест именно сейчас появился. 10:30. Ну, конечно, возможно, разработчик все-таки рассчитывал, что я побегу. Но давай мы с тобой подождем таки. 10:30, это нам получается. А, максимум 9 часов можно ждать. Хотите, хотите. Поспать, прямо на дороге лег. Возможно, все-таки стоило какие-то сейф-зоны, что ли, проработать, где надо ложиться спать. 19:44, все равно мало. Еще. Ну сколько? 5 часов будет нормально, я думаю. Нормально. Уже ночь, по крайней мере. А что я умер-то? О, время, смотри, мотается само по себе. А умер я от того, что... Кушать, что ли, захотел? Что там за значок был? А, ну кушать, скорее всего, да. Кушаем консерву. Время 10 заново все мотать. Так, еще раз кушаем. Сохраняемся. Ждем. 4 часа. Так, все, теперь точно ночь, 23. Не-не-не, переходить не надо никуда. Что там светится, как будто летающая тарелка из золотого шара? Это, конечно, не летающая тарелка, но вообще что-то лютое и непонятное. Ладно. Все-таки я выбираю сначала сходить к греховцам. Они не должны меня обидеть. Я им действительно помог. Они молятся, что ли, этому дубу, на котором зомби повешен. А, класс. Вот, подбежали. Вы нарушили таинство. Все, успокаивайтесь, ребят. Ну как успокаиваетесь? Собаки бегут. Что у них тут? Куча тел. Ты смотри, что происходит. Куча каких-то покойников они приносят в жертву этому дубу, что ли? Могу предположить, что да. Наконец-то пришел, человечишка. Ха. Ну здравствуй. Ну здравствуй. Так что вы для меня подготовили? Сама зона послала нам видение будущего. Твоего будущего, сталкер. И будущее для тебя это крайне мрачное. Но мы знаем, как его можно изменить, дабы сама зона не превратила тебя в ходока без цели и разума. Твою. Ладно, так как его изменить мне и что случится со мной? Сказать, что случится конкретно с тобой, мы не можем во славу зоне, чтобы она не покарала и не отвернулась от нас. Но мы можем сказать, как повысить твои шансы обмануть судьбу. И укрыться, укрыться далее от ее гневного взора. Тебе потребуется шлем-псиблокатор. Где же мне его добыть-то? Слышал, у ученых такой есть, но это же надо топать на янтарь. Тебе не нужно идти к мертвому озеру. Мы когда-то давно охотились на сталкера. Он часто сюда навинулся со своим другом и всячески мешал нам. Ну вот, я видел на его черепке этот псиблокатор. Мы с моими братьями смогли загнать этого человека в логово монстров.
Вероятно, он там и сгинул. Я скину тебе на устройство метку, где эта нора. В логово мутантов? Что-то мне это не нравится. Ну, хорошо, спасибо. Надеюсь, это мне поможет. И вы меня не отправите на корм мутантам. Это логово кровососов, то самое, видимо, про которое нам говорили. А где метка? Вход в нору. И сейчас я не пойму, у меня как бы выбор есть? Давай, наверное, сделаем отдельное сохранение. Хотя оно у меня уже есть, по сути, автосейв. Но сделаем еще одно отдельное, чтобы, если что, отгрузиться. Потому что мне кажется, что у меня сейчас какое-то разветвление. Я могу пойти по ветке греха, либо все-таки пойти к сталкерам. Странное чувство. Ну ладно, пойдем в нору. Где нора-то? Скорее всего, снизу. А у меня патронов хватит? Посмотрим. Если что, из гранаты. Опа. Ничего себе нора. Тут даже корни. Сразу же услышал кровососа. Череп меня встречает. Красиво, красиво. Вот это да, что еще сказать. А, и все, что ли? Это все логово. Я думал, тут сейчас десяток их будет. А тут как-то тухло. Комбинезон сталкер, но я пока не буду его все равно подбирать. Он, в принципе, никакой не уникальный. Но псевдокатор тут был, самое главное. Все, комбез пусть лежит. Он обычный. Да, абсолютно. У него даже все равно характеристики не лучше какие-то. Ну понятно, что пулестойкость будет лучше. А разрыв, допустим, тот же самый 40, 11 плюс 13. Ну да, конечно, разрыв тут лучше. Зато защита от аномалий лучше на костюме ученых. Хотя давай, наверное, выбросим уже костюм. Потому что разрыв, я думаю, сейчас очень важен. А, ну, с другой стороны, тут ПН. Нет, знаешь, я вот подумал, во славу ПНВ, я, наверное, все-таки возьму научный костюм. О, калаш. С калашами только патроны, и то их нет. Потому что ПНВ тут шикарная, с этим не поспоришь. Так, ну хорошо, одел я. И что дальше? Обратно идти? Или у меня просто такой намек был? Возможно, если бы я им не помог, не пришел на их зов, то была плохая концовка, где меня зомбируют. Из-за того, что у меня нет шлема. А теперь он у меня есть, и я спасусь от чего-то. Да, ничего нельзя сказать из-за зелю. В таком случае предлагаю вам идти к сталкерам. Или это не сталкеры? Ну, написано брошенное АТП. Ну, тогда не знаю, что там может быть. Предлагаю маленько подождать. Опять часика 3, чтобы наступил день. Время 3:38, но этого вполне уже достаточно. Конечно, еще не максимально светло, но нормально. Кушать. Кушаем. Так, я не понял, почему в том ящике части тел лежали в деревне с призраками. Так, опа, нейтралы. Профессор, смотри. Азаров и доцент. Как так? Мужики, пустите. Вот он. Поговорить с ним можно? Нет, скорее всего, надо искать проход. А, так тут и не все открыто. А вы что даже не завалили-то? Там что-то зомби. Придется с ними расправиться. Готов. Мужики, кто из вас главный? Вот он. Здравствуйте, вы друг химика Игракла? Здравствуйте. Нет, я им не друг. Профессор, вас ищут за периметром. Я пришел за вами по поручению бармена. Вот оно что. Но мы ни за что не пойдем с вами, пока не будем уверены, что наши товарищи справились с поставленной им задачей. Осуществить какой-то безумнейший план? Так, ну что такое опять? Ой. Спокойно. Все. А он живой, что ли? Осуществить какой-то безумнейший план, дабы уничтожить ужасного монстра? Что? Откуда вы знаете? Я шел по вашим следам, и в катакомбах нашел труп доцента Петрова. На его КПК была вся информация о вас и вашем плане. Он все-таки погиб. Но, возможно, в таком случае вы сможете помочь нам? Наши товарищи уже несколько часов не выходят на связь. Если вы не поможете, мы не сдвинемся с места. А вот ваши коллеги, сталкеры, станут пропадать и дальше. Хорошо, я помогу вам. Но почему они тогда оставили вас здесь? Мы не важные стрелки. Следовательно, мы были бы лишь обузой. Этот научно-исследовательский институт представляет собой большую угрозу. Да и в последнее время туда стало предать все больше лишенных контроля над собой и своим телом. Зомбированных. Так что будьте осторожны. Понял. Новое задание. Помочь химику, значит. Помочь химику. А где он? Химик со своим другом двинули в заброшенный корпус НИИ. Они уже давно не выходили на связь с учеными. А какой корпус-то? Ну, этот, по сути. Тут как бы корпусов-то немного. Ха. Предлагаю для начала исследовать эту местность. Мало ли что тут могли спрятать. Да нет, в принципе, отсюда никуда нельзя подняться. Хотя там есть второй этаж, и он вроде как даже проработан. А, вот оно что, ясно. Давай посмотрим, что и как. Комнатушка. Но тут пусто. Архивы какие-то были, видимо. Так, фонарь, что ли? Ну, фонарь-то у меня есть. И аптечка одна. О, еще бинтик. Ну и все, в принципе. Какая-то раздевалка. Ладно. Надеюсь, что я ничего не пропустил. И мы покидаем эту область. Опа, там какая-то лестница на крышу. Но, по-моему, туда никак не заберусь. Обследовать эти гаражи. Ну, наверное, тоже есть смысл. Там, может, где-то пачка патронов лежит. А может, даже и полезный артефакт, кто знает. Вот пока не посмотришь, не узнаешь. Опа. Что за выстрелы? Это же радиация какая-то прет. А, ну это за пределами. Опа, гитара? Да ладно. Я думаю, она тут не просто так лежит. Подбираем. Что, на ней можно играть? Нет, только выбросить. А может, все-таки на нее квест какой-то будет? Ну просто так бы не положили. Или у меня уже шиза, я просто во всем вижу смысл. Пытаюсь его увидеть, по крайней мере. Так, тут что, рука и покушанье. Ну, вот, казалось бы, мелочь, да? Ну, хотя, может, это что-то значит, тут еда и рука лежит. Что эта рука значит? Ладно, успокойся со своими теориями, иди уже по квесту. Не, ну знаете, иногда хочется помечтать вот так, поразмышлять, порассуждать, пофантазировать. Ведь все это расставляют зачем-то. Не просто же так, от балды. Что вот возьму да поставлю. Так, у меня там тем временем перегруз, ясно? Давай, наверное, маленько выкинем ненужного. Да щупла, наверное, кровососов выкинуть надо. Каждый из них весит все-таки по 200 грамм, плюс рука бюрера. Все равно в итоге мы никому их не продадим. Уже конец игры, мне думается. Так, водочка казаки еще. Все, пойдем. Значит, бежим по дороге в корпус НИИ. Эти все еще тут сидят, сектанты. Но все-таки как-то не похожи они на каких-то убийц прям. Иначе почему они меня пропустили, профессоров пропустили? Если они прям такие злостные убийцы, мне кажется, они без разговоров сразу должны всех уничтожать. А они такие, а, ты хочешь пройти? Ну, хорошо, убей псевдогига. Пройди. При этом непонятно, почему они решили, что я могу убить псевдогига. О, опять ты. Что же ты в нору-то полез?
Все, сейчас. Да мышки эти поганые опять приперлись, как я их ненавижу. Короче, я не понял, что же ты в нору-то полез? Эх, кто это такой зеленый? Не просто же он так тут. Опа, это что? Это мусор. Не обращай внимания. Ладно, идем дальше. Стоп, там кто, кровосос, что ли? А, зараза, ты что думаешь, я тебя боюсь, что ли? Я тебя как выпущу из дрободунчика своего. С главного входа надо заходить. А, зараза, в аномалию попал, смотри. Как тебе карусель? Карусель, карусель. Это, ну, знаете как. Продолжать не буду. Так, тут у нас, ну, кровь камня, это ничего особенного. Но подберу. Нечего добру пропадать. Заходим. Вижу покойника сразу. Обыскиваем КПП. Ничего. Опять КБ. О, химера. Не, спасибо, до свидания. Наверное, тогда я сразу вду. Опа, один. Химик. Химик жив. Где же он есть? Еще один покойник, кстати. Надо бы сначала трупов. Даже три трупа, ничего себе. Не, за мной химера идет. Это все смерть. Мы находим Геракла. К сожалению, мертв. Мне, наверное, ножом придется мочить химеру. Ну охренеть, сколько по ней надо ножом ударить. Уж могли бы сделать... Смотри, что вытворяет. Да эти мышки все испортили опять. Тут прям... Вот что-что, а мышей я просто ненавижу. Просто терпеть их не могу. Все. Готово. Сколько вы мне проблем доставляете, а? Так, а что, патронов-то нет? Ну, дротики всякие остались. Покойника так мне не дали обыскать. А, ну дали, это Геракл был. И, в принципе, все, он мертв, к сожалению, большому. Больше тут ничего не сделаешь. Дальше первый этаж обыскиваем. Тут, а, ну, тут я тоже стрелялся. Жесть! Это химера? Видели, сколько раз я ее ударил ножом? Там, наверное, больше 10 раз. А она, блин, жива. Я думаю, надо было сделать так, чтобы нож очень больно бил. Ну, это же нож, в конце концов, правильно? Опять мышка. Тут другое крыло просто. Не, ну жирности тут реально целая куча. Самый отвратительный. Обыскиваю первый этаж, потому что тут вот так. О, смотри, какая красота. Вот тебе всякие RTX-ы. Ну, это по-своему прекрасно так, по-билдовски. Все, тут ничего. Чего себе. Да дротик это вообще бесполезный мусор получается. Да, дротики это что-то страшное. Охренеть вас. Так, ну тут есть подъем на второй этаж. Я думаю, как раз туда... Я случайно нажал перезагрузиться. Дротики это прям что-то плохое, я его выкидываю. Иду обыскивать другого покойничка. Где наш товарищ, я думаю, на втором этаже. Хотя уже пропал контакт. А трупов тут прям очень много, я смотрю. Не ори! Ой, здрасте. Мне все-таки все, кроме дроби, грустное что-то. Так, что тут? Скелет, противогаз, который не подбирается. И мертвый военный. Так, может, оптика ставится на грозу, потом проверим. Еще один череп спрятан за диванчиком. Ну и, в принципе, как бы все. Видимо, это... О, а это тоже мне. Спасибо. Ну и все, как бы ничего. Идем дальше. Труп. Тоже вояка какой-то. Ага, ну тут, наверное, много военных будет покойных. Что же у вас у всех оружие разряжено? Неудивительно, что вы померли. О. Этот вообще в яме валяется. Тут, походу, страшная какая-то расправа была. Я так понял, что тут этот комплекс сохраняли военные, и на них напали. Тут всякие зомбари и прочие твари. Это что такое? Друг на друге лежат они. Нормально вы так влеглись. А тут у нас шарка, что ли, летает? Похоже на то. Но мне нужно по-любому в угол, что я и делаю. Ой. Ну тут просто лейтенант, у него ничего нет. Хорошо. Тут тоже ничего, тут тоже ничего. Значит, уходим. Вот где-то в этой стороне был наш. Да, вот улавливается друг. Но он не в здании все-таки. Не в двухэтажном здании. Радость туриста. Что так много консерв напихали? Вот, кстати, антенны, из которой что-то было извлечено, помните? Подожди. А может, я могу обратно это вставить? Я только сейчас об этом подумал. Может, по сюжету так можно сделать? Так, подхожу в упор и пробую подняться наверх. Да, можно вернуть. Подожди, а как... Опа-па. Во-первых, я не знаю до сих пор, что этот блок делает. И потом можно включить это чудо. Так, ну может, это одна из концовок? Да, все-таки попробуем сначала найти нашего... Давайте попробуем сначала живого этого найти. Потому что мне будет интересно, что там за диалог с ним случится. Где он еще, подлюка, прячется? А может быть, кстати, я мог с этим блоком и опять-таки вернуться к излучателю. Ну что, я мог его включить опять? Я не хочу включать излучатель. Вот она, лестница. Под ней будет что? Нет. Опа, второй появился. Ты кто? Неизвестный. Греховец. Нет, это не Греховец, это ученый на этот раз. Подожди, ты кто? Понял. Это был намек или что? Опа. Так-так. Надеюсь, вы правильно установили блок на антенне. Иначе эксперимент сорвется. Ну и что? Так, мне вниз документы. Ага, это закрытое место, куда я не мог попасть. Тут находятся документы. Что в документах? Старая, потрепанная временем папка с документами внутри. Среди листов различных расчетов есть и понятные обычному человеку записи. В одной из них упоминается о подготовке некого эксперимента 345. Также к папке прилагается письмо следующего содержания. Профессор Куликов, я полностью уверен в вашей компетентности, но я абсолютно не согласен с выводами ваших расчетов. Ни при каком условии мы не можем предотвратить всплеск гамма-излучения. Резонатор, созданный вами при таких высоких энергиях, ведет себя слишком хаотично, чтобы быть уверенным в результатах. Цель же самого эксперимента абсолютно
абсолютно абсурдная. Я считаю, что новооткрытый диапазон электромагнитного спектра не имеет никакой связи с вашим сфантазированным измерением идей, и это я еще опускаю вашу совершенно бредовую догадку о живых и самоосознающих мыслеформах. Рекомендую вам одуматься и отменить проведение эксперимента. Если вы ослушаетесь моего совета, можете попрощаться со своей карьерой и научной деятельностью. Если, конечно, выживете. Проф. Ермаков. Ничего себе. Вот я говорю, походу, если я включу, я, получается, не совсем правильно поступлю. Какие-то эксперименты непонятные. Не понял. Человека-то выпустите? Стекло как-то разбилось по-кривому. Все. Все, вылез. Давай заново, наверное, поднимаемся. Вот я не понимаю, как правильно поступить. Поэтому я, собственно, и иду разговаривать. Может быть, он мне в итоге расскажет, объяснит что-то. Так, ты где, друг? Тебя еще не хватало. Здорово. Не вставай. Ну и, собственно, дошел сюда, потом спрыгнул. Верно, верно. Может, тут за дверь как-то можно? Ну да, кстати, там что-то есть. А что, я могу как-то выйти? Ну нет, никак нельзя выйти. Но помещение там есть. Ладно, идем и ищем. А, ну может быть, он как раз в закрытой комнате, кстати, я об этом не подумал. Или вот комната, заделанная шкафом. Ого, я все равно к ней ворвался. Здорово! Не паникуй. А! Он молчит. Так, в смысле? А что? С устройства замеров пси-излучения. Но я сомневаюсь, что я сейчас правильно поступил, поэтому я, пожалуй, отгружусь. А что тогда же от меня требуется? Объясните, пожалуйста. Блять, ты кто такой? А вот сейчас сработал скрипт. Видимо, я как-то скрипт, что ли, не зацепил. Стоять! Тише, тише, я пришел помочь. Помочь? А ты случайно не работаешь на наемников? И тогда почему мне не стоит пристрелить тебя прямо сейчас? Стой! Я работаю на бармена. Моя задача — вернуть ученых обратно за периметр. Но покидать эти места они не собираются, пока вы не завершите свое задание. Хм, хорошо. Тогда помогай, раз отправили. Мы с моим другом разделились в координатах института. Но меня и его зажали. Я еще смог отстреляться. Но вот он, судя по ужасным воплям и отсутствующему сигналу ПДА, нет. Вот теперь сижу здесь, замурованный и почти без патронов. Так еще и ствол, как назло, заклинило. Еще, кажется, ПДА барахлит. Черт. Так и что делать дальше? У тебя был план на такой случай? Именно на такой случай, наверное, нет. Но вот я собрал источник питания. Правда, его сейчас нужно немного поправить. И после чего его надо установить для питания пси-антенны. Ну и, естественно, запустить ее. Предварительно настроив необходимые параметры. Тем самым я перегружу брешь в наш мир из ноосферы и... Ладно. В общем, мы эту тварину так прикончим. Ладно. Что тебе потребуется от меня? Прикрывать, конечно. А то нет даже нормально работающего оружия, кроме пистолета. Ну а даже если и было бы чем стрелять серьезным, то с этой хреновиной за спиной. Но не самое удобное дело. Так, сейчас пару вещей поправлю и пошли. Хорошо. Вот как. Что-то я вообще пока не понимаю. А, так у меня же такой же прибор. Вот я не пойму. Вот у меня вроде такой же прибор, который он сейчас чинил. Шкаф, кстати, сейчас. Ладно, пойдем. Ты так не стонай. Воланд, как здоровье? Не понял. Воланд, как здоровье? Подожди. Я Воланд? Это какая-то отсылка сейчас была или как? Подожди, он же умереть, наверное, может. Ну да, я же его убивал. Ой-ой-ой, все, пошел процесс. В общем, это из-за стекла. Стекла сожрали мой FPS. Лю-лю-лю, что делает? Смотри. Это какое-то упражнение для пресса. То есть какое-то существо. Да? И они хотят у него уничтожить перегрузкой сети. А, смотри, он в другое место вставляет, кстати. Угу. Пошел процесс. Что-то он там измеряет. Что там? Черт, черт. Энергии не хватает. Нужен дополнительный аккумулятор. Но, кажется, я его где-то оставил. И что делать? Так, так, черт. Когда на нас напали мутанты с моим другом, мы обследовали правое крыло института. Если смотреть от входа здания. Возможно, где-то там я и на столе оставил этот аккумулятор. Ладно, пойду искать. Ты пока делай остальное, что там надо. Ну ты дед, блин, я уже исследовал весь институт, но по новой все. А, ой-ой-ой, кто заспавнился, признавайтесь. Гады такие, кто-то заспавнился. Аккумулятор подбираю, идем обратно. Здорово! Там какой-то главарь стоит. Ну давай пообщаемся. Наверняка мне надо с ним поговорить. Вы кто такие? Мы те, за плодами эксперимента которых вы охотитесь. Вашими плодами эксперимента? Но охотятся лишь плененный вами человек. Я-то всего лишь помогаю ему. В таком случае вы наверняка можете поменять свою точку зрения относительно наших действий и намерений, узнав некоторые подробности. Сомневаюсь, что вы это сможете сделать. Эта тварь положила много парней, и меня чуть тоже не накрыло. А также это именно вы нагородили пси-антенн на болотах, чуть не погубив там кучу народа. Что касается пси-антенн, это была вынужденная мера, дабы предотвратить вмешательство в наши дела других. А так называемая вами тварь — это, возможно, единственный шанс на выживание человечества. А ваш друг, так называемый химик, этот шанс всячески пытался уничтожить. Ого, шанс на выживание человечества? Как громко сказано. И мне непонятно, как такое вообще может быть. Как гибель и муки десятков, и может даже сотен могут вообще в этом помочь. Сейчас я все объясню. Мы — остатки тех, кто когда-то называл себя осознание. 4 года назад, когда произошел прорыв сталкеров в центр, некий меченый устранил наших товарищей, которые путем объединения своих разумов пытались удержать зону от расширения. После их кончины, как ни странно, зона не начала расширяться, как мы предполагали. Правда, проведя ряд неких исследований, мы поняли, что это всего лишь затишье перед бурей. Аномальная энергия из ноосферы рядом с саркофагом начала самопроизвольно накапливаться. И если никто не будет ее сдерживать, как это делало осознание, огромный выброс энергии сметет все на своем пути, и зона с небывалым рывком расширится, покрыв сначала Киев, а потом, вероятно, и всю Украину, частично задев соседние страны. Чтобы не допустить данного инцидента, мы решили создать нечто лучшее, чем просто объединение человеческих сознаний.
знаний. Мы создали искусственный разум невероятной мощи, способность держать чудовищную энергию с зоны под полным контролем. Нужно было найти способ управлять этим созданием. Мы начали проводить эксперименты, но химик и его сподвижники разрушили наши планы и случайно помогли сбежать существу в теле одного из сталкеров. Довольно, осталось мало времени. Скоро создание придет сюда. Выбирайте, либо вы с нами, либо вы и ваш друг будете кормом для здешней живности. Подожди, давай мы сделаем отдельно опять сохранение в очередной раз. И сначала скажем, что нам не по пути. До встречи. А, у меня вообще нет шанса, что ли, спастись? Или все-таки я вот смогу сюда, например, забежать? Понятно. Не, ну наверняка же как-то можно. Но их тут слишком много. Подожди, а куда же мне прятаться-то? За дерево? А я даже не знаю. А там видишь, какая фигня? Диалог не прекращается и... А как я их должен замочить? Подожди. Так, 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 так. Да как ты сквозь стену-то стреляешь, дед? Ой, ты что такой наглый? Один остался. Это наш? Все, я справился, получается. Охренеть, блин. Это что-то из разряда почти невозможного. С ними со всеми перебиться. Ну ладно, справились. Дело, как говорится, сделано. У этого был вообще винтарь. Нехило. Давай возьмем гром и патрончики к нему. А прицел на него можно поставить? Нет, нельзя. Бесполезно. Сохраняемся. Фух, ты как? Да вроде нормально. Хотя под дых мне весьма знатно дали. Я принес аккумулятор. Вот, держи. Спасибо. Так, все работает. Теперь слушай меня внимательно. Максимально внимательно. Сейчас ты лезешь на антенну и включаешь ее. Там наверху есть рубильник. Потом возвращаешься сюда. И по моей команде поднимаешь рубильник на этой панели. У тебя будет секунд 30, а потом... Потом все тут испепелит вспышка пси-излучения. Нам нужно будет свалить на всех парах отсюда. До того, как это случится. Если не успеем, погибнем моментально. И никакой пси-шлем не защитит нас. Следует поторапливаться. Слышал от наемников, что скоро причина всех последних событий явится сюда. Хорошо, до встречи. Значит, теперь мне нужно дернуть рубильник на антенне. Так, ну это мы можем. Но думаю, что более правильная концовка все-таки помешать существу и помешать осознанию. По крайней мере, для меня это более правильное. Тут все еще можно установить блок, но я пока не буду. Дергаю рубильник. Опа, пошел процесс. Зомби пришли. Вот вас не хватало. Кто тут? А где рубильник? Но я пока ничего не могу делать. Голос. Не надо. Зон, включи установку. Подними рубильник. У тебя будет 30 секунд. Прощай. Как так? Подожди, мне нужно что-то выкидывать. Пусть это будет вот эта пушка. Здорово. Так, у меня есть 30 секунд. Да что это стекло? Кусочек меня тормозит. Все, бежим. У меня 30 секунд. В смысле, а что я умер? Резон, включи установку. Подними рубильник. Так, ну я поднял рубильник. А это кто появился? Неизвестный. А, это он сидит, колдун. Я убегаю. Как можно дальше? Вернуться к ученым. Успел я, что ли? Короче, один застрелился. Химик. Так, ну я вроде бы очень далеко убежал. И продолжаю бежать. А что было бы, если бы я через этот переход пришел? Тут кто сидит? Ах ты, зараза такая. Ах ты, зараза такая. Укрыться от выброса? Новое задание. А где? В этой норе? А это кто? Леха Коловрат. Подожди, а тут-то что за место? И почему я тут не могу укрыться? Не, мне переходить нельзя. Они тут опять что ли появились? Здорово. Ты умрешь что ли? Нет? О, рожа, кстати. Ага. Там была рожа, вы видели? Смайлик от разработчика. Хорошо, в итоге я укрылся от выброса. Кто тут рядом? Доцент Леонов. А, то есть я у ученых очнулся, кстати. Вот только он раненый, а второй мертвый. Профессор Азаров мертв. Зачем? Нет, зачем ты это делаешь? В смысле, что случилось? Кто на вас напал? О, нет, оно в тебе. Резон отключил установку. Мощнейший разряд энергии пробился в ноосферу, но план провалился. Прореха между ноосферой и реальным миром не закрылась. Установка лишь убила тело создания. Но его разум успел сменить свою оболочку. Резон стал новым сосудом чудовищного создания. Вскоре бесчинство монстра по всей зоне привели к практически полному уничтожению сталкерства. Сила создания, по показаниям очевидцев, возросла многократно. Те, кто все-таки остались в зоне, не покинули ее и выжили, превратились в диких полузверей. Через 2 года за периметром начали продаваться признаки
влиянием монстра, а сама зона начала медленное расширение своих границ. Массовые убийства, теракты захлестнули всю Украину и близлежащие страны. По всему миру начали зарождаться секты, поклоняющиеся неизвестному ранее богу. Продавляться там, что ли, было написано? Продвигаться, наверное. Вот и все. Как вам? Одна из концовок. Но я так понял, это плохая концовка. Потому что в итоге я не остановил тварь. Хорошо, давай переиграем. Давай согласимся теперь на условия членов осознания и посмотрим, что будет. То вот такие, раз, два, все дела. Да, я с вами. Отлично. Помогите нам поймать существо. У нас есть устройство, способное его оглушить. Слышал, вы очень опытный сталкер, а нам такие люди всегда нужны. Первым делом надо довести существо до баллистического шока. Оно на время потеряет свои способности, а дальше дело за нашим устройством. Понял. А, тоже конец. Резон присоединился к неизвестным. Общими усилиями они смогли взять под контроль чудовище. Об этом рассказал спасшийся химик, который привел в бар ученых. Дальнейшая судьба Резона неизвестна. А, ну это довольно неплохая концовка. Не, ну слушай, химик остался жив, ученых вернули в бар. Резон, непонятно, что с ним произошло, скорее всего, присоединился к осознанию, к остаткам осознания. После этого случая зона никак не изменилась, ее размер остался прежним. Но сталкеров начали вытеснять неизвестные наемники, а вокруг центра кто-то возвел новый, мощнее прежнего пси-барьер. А, ну, понял, господство осознания случилось. Не, ну смотри, осознание не самые плохие ребята. Ну да, они творили чудовищные эксперименты, но они вот хотят не допустить расширения зоны, например, осознавая, какие это последствия принесет. Так что, не знаю. Хорошо, это вторая концовка. Следующая концовка, это вот попробовать, наверное, вставить. Итак, блок вставляем, все, установлен блок. И вот сейчас пробуем дернуть рубильник. Сейчас, по идее, должно что-то поменяться. Дергаем. Химик, отлично, установка запущена, двигай сюда. Смотрим, что изменится. Давай только тут дырку себе опять пробьем. Если опять... Он уже тут опять. Все, он опять колдует его. А вот что, если я не дерну рубильник, кстати? Я вот об этом хочу посмотреть. Так. А, я просто умираю, ну то есть скучно. Ладно. Все, пока, мужики. А он там, блин, отмечается. Может, к нему можно подойти как-то? А давай попробуем. Да подожди, по сути, все то же самое получается. Чу, а зачем я блок устанавливал? Ну да, по сути, все то же самое. О, душа, кстати, тут лежит. Неплохо. Появится квест опять, типа спрятаться. Да, опять укрыться от выброса. Я так понял, тут можно даже с ними не стреляться, а просто пробежать надо в точку. Тихо. Их обязательно перебить надо было, да что ты будешь делать? Ну что дальше? А как-то все, квест, ну ничего не происходит. Может, я опять какой-то скрипт не задействовал? Или все-таки что-то изменилось из-за того, что я оставил коробку? Но меня больше всего интересует, выброс вроде как прошел. Хорошо, возвращаемся к ученым, смотрим, что поменялось. Я пока не сохранялся на F6, чтобы подойти тогда, попытаться к существу и что-то... Возможно, тогда будет четвертая концовка, если сейчас мы третью увидим. Все получилось, профессор! Наконец-то, вы вернулись! Но где же химик и Гракл? К сожалению, они оба погибли. Да, это печально. А то, что у вас все получилось, мы поняли по выбросу, который недавно произошел. Вы готовы идти? Путь будет тяжелый. Выброс смог поменять расположение аномалий, окружающих тропы сюда. Конечно, теперь мы готовы. Тогда двинули. Резон смог уничтожить монстра, вернув блок в антенну. Брешь между миром реальным и ноосферой закрылась. Чудовище потеряло опору и покинуло реальный мир. Резон рассказал ученым обо всем, что произошло, и вывел их с территории НИИ, выполнив поручение Барбана. Опа, ну это хорошая концовка. Но через год зона начала свое расширение. Медленно и верно периметр начал расползаться. По расчетам ученых, если расширение не прекратится, то зона поглотит пространство равное по площади с Украиной в течение следующих 5 лет. Но ученых, что спас Резон, есть план, как это остановить. Опа. Может быть, об этом будет в следующем, вот кто знает. Все. Ну смотри, мы с вами увидели 3 концовки из 4. Я не знаю, как увидеть четвертую, честно вам признаться, потому что, в принципе, я все сейчас делал. Кроме вот там, когда был квиксейв, я могу дернуть рубильник. Но мне интересно, тут ли монстр. Да, он тут. Может, я как-то могу к нему подойти и что-то сделать? Он типа нейтрал. А, он просто сдох. У него вспышка. И все. Ну не, это вряд ли на что-то влияет. В принципе, ничем не отличается строчка. Я думаю, что все-таки да, надо было с самой глубины начинать. То есть с первого посещения греха надо было их перебить. Или там отыграть плохо, не отдавать им череп, оставить его себе. Тогда они бы мне не помогли. Да-да-да. Тогда бы они мне не помогли в итоге. И как-то бы иначе все сложилось. Да, тут абсолютно то же самое. Так что, ребят, к сожалению, четвертую концовку мы не посмотрим. И дальше придется очень много переигрывать. Возможно, это останется для вас, так скажем, своеобразной стимуляцией самому поиграть. Ну просто, я надеюсь, никакого хейта не будет, потому что у меня даже сейва этого нет вообще, если так подумать. Тогда не сохранялся. Это получается, мне нужно будет переигрывать с новой игры даже. Ну, то есть, натурально новую игру начать. Поэтому, друзья, всем большое спасибо, кто смотрел это прохождение. Спасибо большое за ваши лайки. Разработчику спасибо за мод. Мне понравился. Хоть и как-то смутно все, но, в принципе, под конец все стало более-менее ясно. Как я понял, в хорошей концовке, где все живы, все здоровы, есть задел под еще одну часть, что типа вот, зона расширяется, но профессоры знают, как это остановить. И уже, вероятно, там, если будет эпизод 3, то мы будем это останавливать. Понравилось мне, что много всяких тайников разработчик понаделал, что прям было интересно самому исследовать, слазить, а не просто пустая такая коробка, и тут больше ничего нет. Да нет, были там всякие тайники. Уверен, я очень много пропустил. Ну, кому интересно, скачайте и сами найдете. Еще раз всем большое спасибо. Пишите, как вам мод, в комментарии. Дождались 2 года, да? Прошло с момента первого того мода. И разработчик молодец, не забросил, выпустил. Спасибо, ребят. Всем пока, всем счастливо.